Сейчас я отправляюсь на БУ рынок, чтобы очистить сервер от колхоза. Залетаем в низкий класс и сразу видим самую уебищную Волгу. Цена, и покупаем этот колхоз за 200 тысяч. Сразу ее сливаем в гос. Владелец этого колхоза — конкретный перекупщик. Кто больше даст денег, тому он и продаст. Продам шаху на спорте, нитро, внешка. Блять, какая здесь внешка. Покупаю это ведро за 150 тысяч и сразу сливаю в гос.